have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы сегодня будем щупать Сифу. Я не настаиваю ни на каком прохождении, более того, я слышал, насколько здесь все адски сложно, все дела. Я хочу просто посмотреть. Я вам даже больше скажу, я играю даже не на геймпаде сейчас, а на клавиатуре. Хочу просто посмотреть. Очень много шума наделала эта игра, она вот вышла буквально вот совсем чуть-чуть недавно. Кстати, вот эта фишка, которая мне очень сильно не нравится, она присутствует во многих старых играх и во многих играх от PlayStation, когда у нас персонаж не по центру, и он как бы такой, его показывают только половину, и он занимает практически половину экрана, и, ну, на самом деле, меня это очень сильно раздражает, я это только сейчас заметил, я игру запускаю второй раз, вчера я даже не нажимал на новую игру, вот я при вас сейчас нажимаю, поэтому вот все мои эмоции, и не знаю, вот такая фишка меня очень сильно раздражает в геймплее. Зачем так делать? Я не люблю, когда вот так вот впритык показывают персонажа. Если вы делаете от третьего лица, сделайте его подальше. Или дайте мне первое лицо. А вот это вот... Ну, я так понимаю, что тут дело не в этом. Дело в геймплее. Очень многие говорят, что это идеальный прям стрит-слэш-файтер там какой-то. Блин, оно на это, на Quick Time Event'ах все будет. Ёппарас это. А, валите отсюда. Это добивалочка, я понял. Так, блин, лысый! Вали отсюда! Ай, мне в щи надавали. Но я их раскидал, кстати. Но я понимаю, что это обучающие. Добиваний никаких нету. А что значит удерживать F? Это какие-то бойцовские навыки. На самом деле, мне нравится, как все выглядит. То есть, мне нравится графика. Единственное, пока что у меня нарекание, это вот к тому, как персонаж стоит. Но все остальное мне пока очень даже нравится. Нужно привыкнуть еще к... Блин, зачем я капслок нажал? Нужно еще привыкнуть. Я хочу выбить дверь. Ладно. К кнопкам надо привыкнуть. А, минуточку, а капслок? Нет, он не меняет нам плечо. Я не знаю, как я плечо поменял. Блин, а теперь стало еще хуже. Я поменял плечо и стало еще хуже. Я не знаю, как я его поменял. Как? Кто сказал, что Q это перел... Блин, кто это делал? Какие управления? Я почти не вспотел. Ну, круто. А, не будь высокомерен. Дайте мне тоже пушку. А, теперь мне... Так. На самом деле нормально. Тут люди валяются уже. Вот эта штука, оно рандомно просто берет и меняет мне плечо. То правое, то левое. И персонаж, он не находится посередине экрана. Он у меня плавно перемещается с правой стороны в левую. Я не знаю, как... Погодите, я сейчас в опции гляну, секунду. Я там на секундочку посмотрел. Короче, вот с этим я пока что, наверное, ничего поделать не могу. Но мне... Я такой нажимаю, мне тут комбы показывают, прикиньте. Ох ты ж, сколько тут всему учиться как-то надо. Это как... Ладно. А, минутку. Уклонение, бежать, направление... Это тейкдаун, это X, я понял. Концентрация, атака по лежачему противнику, прикольно. Отразить, метнуть... Ёлки. Ладно, надо будет... Я же говорю, я не собираюсь проходить это, я хочу просто посмотреть. Ну, опять же, как у нас обычно бывает, я записываю посмотряшку, а вы на это реагируете. Если вам нравится, то мы играем дальше. Если вам не нравится, то, в принципе,
я потом или играю в это сам, или не играю вообще, в зависимости от того, насколько мне самому игра понравилась. Пока что я не уверен, что я не блевану от такого расположения камеры, но остальное мне нравится. Ну, типа, я зашел, и я ничего, кроме спины главного героя, не вижу. Спасибо, камера. Просто идеальнейшая. Эта игрушка, она сейчас вышла, если я не ошибаюсь, на 4-5 плойки, и на компе она вышла у эпиков. Опять же, я не особо люблю, когда что-то выходит у эпиков. Ну я же нажал R! Вот так! C! Ну C! Так ну блин! C это добивание лежачего! Блин, вы... Серьезно! C! Удержание! Атака по лежачему... Все, понял, понял, ладно, окей, окей, мой тупняк, мой тупняк. Я получил оружку, спасибо. Можно поесть. А, я понял. Блок, надо запомнить, где блок, а то они меня избивают. Я зажимал С, но он успел встать. Я так понял, что F, и мне какая-то ярость накапливается, или что-то такое. Метание бутылочки мне понравилось. Ты заранее подходишь уже подготовленный к какой-то сцене и можешь в кого-то что-то метнуть. Маленький, но бонус, чего бы нет. Минуточку, а... Спейс отразить, парировать. А почему Q это прыжок? Спейс от... Как вы это делали? Тут ничего нет. Дайте я лампу какую-то, горшок возьму. Почему? Я хочу запастись оружием. Хочу кинуть в кого-то что-то. Так, ты уже всех тоже раскидал? Ясно. Тоже ничего нет. На самом деле, мне пока вот очень сильно нравится. Привыкнуть к кнопкам и неплохо. Опа! Stop. Yang. Of course. Пьянь! Конечно же. Ладно, нас свой герой зовут Янь. Сифу. Стал медлительным Сифу. Кстати, игра называется Сифу, если что. Ну ладно. You know why I'm here. Знаешь, зачем я здесь, не так ли? Просто уходи. Нет, ну типа, просто встань в сторону, step aside. Ну ладно. Фух. Это было ошибкой. О, сейчас Месилова будет, Месилова, Месилова будет. Не стоило учить тебя. Мы что, за плохиша играем? Теперь ты знаешь слишком многое. Не надо было учить всему. Благодаря моему возвращению сегодня я получил второй шанс. Красиво, эффектно, ничего не скажешь. Сделал то, что должен. Похоже, все-таки нужно было играть на геймпаде. Ой, мне сейчас задницу надерет. Я играю на блоках в основном. Сверху красная полоска, я так понимаю. Это его жизни. Я нажимал! Ну, то есть у меня появилась возможность добивания, я нажимал. Но, ну, как понятно, что мой персонажик... Совсем не так хорош, как мне бы того хотелось, наверное. Мне кажется, просто если он мне начнет прописывать, то это будет прям плохо.
Я хочу заполнить шкалу на F. Интересно, что будет. Ай-яй-яй! Что? Старик. Ух ты! Я не помню, у меня тогда, получается, в первый раз не получилось... А, нет, нет, мы должны были выйти на улицу. Кстати, я не помню указатель сложности... Выберите персонажа... Мальчик, конечно, вы чё? Я понял, почему мне так легко игралось, потому что я играл за перекачанного злодея. Да? Чё? Меня излечил какой-то амулет? Father. Ну, завязочка такая, как из... Классическая завязка из 80-х, 90-х. Да и, в принципе, стиль игры. Ботаник. Отразить, парировать. Спейсбар. Убить цель, ботаник. А, я типа играю? Неплохо, неплохо, неплохо. То есть мне в титрах обучают потихонечку тоже. Это разные перцы, с которыми Space Bar Plus. Понял. Ай-яй-яй-яй, он мне по голове навешал. Да хорош, хорош, хорош. Блин, биться против чувака с оружием сложнее, понял. Хорошо. Ну, это как бы, да, это логично, но все же. Такое простое осознание приходит только сейчас. Нет, блин, у нее там что-то это... Так, SW и мышка. Ну, я держу! SW... Да я ж блокирую, иди нафиг! До свидания. Вот эта фишка с SW была не очень понятна, потому что я нажимал и вместе, и по отдельности, и все, и она как-то не сразу срабатывала. Нам показывают нашу карьерную лестницу, да, у кого мы учились и с кем мы сражались. Ну, SW... Ну! К
Как-то оно у меня... SW-op? SW-op? Так, оно мне почему-то не засчитывается. Погодите. SW. Сейчас. Так, народ, я подключил геймпад. Он у меня здесь лежит для того, чтобы провести тот прием. Я его провел. Но теперь я без понятия, как все остальные кнопки на джойстике. Поэтому она меня пока что уделывает. Сейчас я ее убью по-быренькому. Погодите. Да хорош! Успокойся! Психованный, успокойся! Вставай! Я же блокировал. Так, ладно. Сейчас мы выйдем из этого бешеного... Я не знаю, короче, фишка в том. Сейчас выйдем из бешеной заставки вот этой. Я немножко разберусь на геймпаде, как в это играть. Не получалось. Серьезно, не получалось на клавиатуре все это сделать. Ай, блин, геймпад вибрирует. Типа, я дошел до Ян, и вот так его, это, просто на месте. Ладно. Короче, да, вот моя вторая претензия. Первая претензия — это то, как оно выглядит в самой игре. Я же говорю, то, что персонаж нам показывают на полэкрана. Вторая претензия — это то, что на клавиатуру опять забили. Вроде нормально было в начале, а потом стало резко ненормально. Сейчас я попробую еще раз с клавиатуры это все... Ой, не с клавиатуры. Так, это у нас F, типа, да? Да. Теперь. Это отскок. Что, блин? Это блок. Да, это блок. Ну попробуем. Так, получается, это тяжелый удар, это легкий удар, это блок. Ну попробуем, поехали, с геймпада немножко поиграем, как оно все будет. Эй, ботаник, перерезал мне глотку в ту самую ночь, он первый в моем списке. В банде числится ботаником, никогда не покидал склад. А, погодите, может мы типа просто с тенями бились все это время? Я понял. Не. Пока что не до этого. Это моя типа доска мести, что ли? Угу, я понял. Ну, то есть, учителя убили, пацана убили. Да, это подкат. Короче, смотрите, на геймпаде оно вперед-назад и Y. Это делается подкат. На клавиатуре это не получалось вообще никаким образом. Ну, то есть оно получалось, но абсолютно рандомно, раз из 20 тыков. Поэтому... Так, дерево навыков. Ух ты ж. А, кстати, да, моя третья претензия. Все менюшки в чертовски белом цвете. То есть все в приятное такое темное, но потом... Ты такой приходишь в менюшку, и все, белые, у тебя глаза просто вытекают, и ты потом пытаешься их нащупать и собрать обратно. А куда мне идти? А спринтовать как? А, спринтовать на правый курок. Хорошо, я понял. Я понял, что я хочу играть обратно на клавиатуре, спасибо. Ну, то есть, да, геймпад у меня тут будет сейчас лежать, на тот случай, если опять игра взбрыкнет и не захочет это. Ай, успокойся. Сейчас. Поехали, значит, в трущобы сейчас. У меня тут из-за того, что то клавиатура, то геймпад, то все, то у меня тут запись то на паузе, то нет. Сейчас, ребят, погодите. Если где-то что-то, какой-то кусочек вывалился, извините. Начать... А вот... А просто начать нельзя, я же согласился на это.
Ну что ж. Заблокирован вход на склад. Нужно найти другой способ пробраться. Поменяйте мне плечо. Ну не будьте уродами. Ну блин, мало того, что персонаж на пол экрана, так он еще систематически вправо перемещается, что бесит еще больше. До свидания, дружище. Тут типа комбы можно множить, но комбы это пока что явно просто не про меня. А, да, я понимаю, что все-таки в эту игру больше надо играть на геймпаде, но опять же... Ну, вы сделали управление для клавиатуры, сделайте по-человечески. Причем это уже вторая игра за вот последние полгода, в которой я играю, которая от эпиков, и в которой практически полностью забили на раскладку на клавиатуре, сделали все для геймпада, а на клавиатуре сделали просто, ну, на отшибись, на, подавись. Все равно в это будут играть на плойке. Ребят, в это будут играть еще и на компе, как я сейчас, если что. Это можно метнуть, этим можно подраться. Но я возьму, наверное, этим можно подраться. Хотя метать тоже весело, это мы с вами видели. Тут никого нет. Записка с черепом. Так. Locked until you fucking say so. Это слово упустили. Закрыто до тех пор, пока не скажем. Записка была прикреплена. Почему backspace назад? Кто это? Блин, это серьезно. Угу, дверь заперта. Поехали. Я понимаю, что это первая серия. Тут сейчас все сумбурно, непонятно. Чувак, вот... Я это серьезно говорю. Блин, надо было добивалку использовать. Интересно, у трубы есть же, наверное? Отстань. Ой-ой-ой, красиво. У трубы есть прочность? Наверное, же есть какая-то. Это же не может быть бесконечным. Хотя, я был бы не против. No money, no goods. No money, no funny, buddy honey. Если кто помнит, откуда фраза, пишите. Торчки, вряд ли они доставят неприятности. Ну да, торчков мы сейчас... обторчим немножечко. Не, знай... Фига себе ты мощный! Он такой бегает и просто торсом все разбивает в щепки. Выглядит как арена, если что. Ну, поехали. А там? Я что, круголя дал, что ли? Да вроде... Да, прикинь! Так, получается, нам каким-то образом надо на другую сторону? Или выше? А, стоп, а выше же у нас там не... А, ну нормально, нормально. До свидания. Что-то я тупанул. Надо было просто выше. Хоп-хоп. Свидание. Ты там что разминаешься? Я тебя сейчас разомну. Давай, массаж, бесплатно. Хоба. Я понял. А, наверх я не заберусь. Труба начинает гнуться, вижу. Shift! Нормально. Я хотел сказать, мужик, ты что лифчик одел? Но это не мужик, так что нормально. Неплохие комбы вылетают. А, мы еще деремся. У тебя? Может быть. До свидания. Так, мне нужна новая пушка. А ты что, спишь? А, ясно, ты у нас... Опа. А если бутылку не метать, если бутылкой попробовать кому-то рыло вспороть? Лиловый туман. Похож на обман. Бутылка одноразовая. Что, в общем, логично.
Open it! Open up! I'll make... Check this fucking clown out! А почему у меня сейчас такие вайбы на Толбоя? Ой, не Толбоя, этого Олдбой. Толбой. Толбой, это совсем не оттуда. Так, 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 так. Опа. Опа. Отдай пушку. Да. Серьезно? А, у меня еще и датчик смерти будет? О-о-о, прикольно. А где были мои жизни? Счетчик смерти добавляется к вашему возрасту. Ого, ой, вот это интересная механика, кстати. Она свою палку подняла! Что? Причем можно сдаться, это как в Секиру, если ж... Плюс два... Ах ты ж, ёлки-палки! Это жестко. Да подними! Сфигли ты, Юр... До свидания. Фиг ли ты уронил-то палку? Я ее, главное, поднял? Что тебе не так? Он ее еще не каждый раз поднимает, прикинь. Короче, да, вот это было сейчас... если бы мне еще молоток в руки дали, это была бы прямая отсылка на Олдбоя. Очень жестенько. Причем одна смерть один год, две смерти два года. Получается, я сейчас стал старше на три года. Фига себе. Это я так смогу стать 50-летним. Это реально будет олдбой. Ребят, кто не видел фильм, очень советую посмотреть. По-своему повернутый. Причем американская версия тоже хороша. Оп, оп. Вот в таких играх равноправие вполне приветствуется. Ты можешь навешать люлей не только парням, но и девчонкам, которые того желают. Так что все нормально. Ай-яй-яй! Ну ты, конечно, и этот. Возьми. Блин, я бы таких лежачих тоже добивал. Ну ладно. Все, мы тут все обговорили, пойдем дальше. А перепрыгнуть? А, тьфу ты, блин, на Q На, дружище. Say hello to my little friend, блин. Ты мне новую палку принес. А что у тебя нога огненная? Серьезно? Да елки, я же нажал блок! Блин, это жестко, это прям жестко. Сколько мне сейчас? 26. Моментально. Не заново же. А чё ты его слушаешь такой? Это такой, положи. Есть! Я себе отмотал смерти. То есть, я понял, какая здесь механика. Что? А, просто показалось. Смерти можно отматывать обратно, побеждая... Круто. Побеждая крутых врагов, можно себе отматывать жизнь обратно. А моложе я от этого не становлюсь, да?
Счет? Что открыт? Изучение этого навыка будет потрачено... Какого навыка? Сильный режущий удар для холодного оружия? Да? Мощная подсечка, концентрация, хлесткий удар ногой. Ну, учитывая, как тут это работает. А сколько у меня? А, у меня 1270. Заряженный бэкфист, удержание. Кстати, можно? Да, давайте, хочу попробовать. Склеп будет потрачен, даже если мне откроете какой-либо навык. Да, подтвердить, я же прокачался. То есть прокачаться можно только таким образом, или у себя дома. Или у себя дома я вообще не могу прокачиваться, я могу только смотреть на свои навыки. Так, а как мне... Понял. Неплохо. Опа! Оп! 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 Черт, я камбу пропустил! Кто бы сомневался. Там, смотрите, там какой-то Вася сидит. Не-не-не-не-не-не, блин, у него там жизни просто тонна, вы посмотрите на него. Где моя палка? А, у меня. Нормально, я себе жизни отмотал, хорошо. Жестенько. Банкноты, деньги от наркоторговли, деньги от шантажа, не сомневаюсь, что тут есть деньги от заказных убийств, тоже в этом не сомневаюсь, спасибо. Палка ломается, кстати, надо будет скоро обменять ее на что-нибудь. Лифтовая шахта. Блин, мне что, сюда? Ты дурак или где? Минус. Палочка, моя палочка, я хочу еще палочку. Черт, ну столько предметов вокруг, да оторви ты дверцу какую-то, еще что-то, ну елки, им, ну бесит. Столько, блин, Джеки Чана сюда, он бы тут вам рылами поразбивал и умывальники, и швабры бы начистил, и что угодно. Да я возьму на столе! Блин, их дофиг... Брось! Блин! Этот урод... А мне сейчас 27 типа будет, да? Возьми! Да... Выпусти меня! Воу-воу-воу-воу, нельзя зажиматься, нельзя же... Вообще нельзя зажиматься. Дружище! А жизнь у меня не восстанавливается случайно? Черт. Я бы хотел. Так. А куда? А, сюда что ли? Да, короче, тут еще одна палка. Жизни у меня эти смерти отматываются, а. Да ёпарас это. Я бы не сказал.
Ах ты ж тварь! Да он просто меня в одну комбу добил. Тут, короче, страшный сон любого чувака, который играл в Assassin's Creed когда-либо, потому что в Assassin's Creed враги нападают исключительно по одному. О, ключики, спасибо, понял. Здесь же они лезут все, им плевать, то есть они действуют так, как действовали бы по-настоящему. Возраст 31. Что я только что сделал? Надо будет разбираться вообще, что тут происходит. То есть здесь они нападают все вместе, и им вообще абсолютно насрать, честно, нечестно. Их там 25 штук, значит, все 25 на тебя нападут. Блин, палка искореженная, надо было свежую взять. Просто сходу. Интересно, на этих комбах палка тратится или нет? Это бутылка. Бутылку можно метнуть. А, по-моему... Вот так можно сделать. Тошт! Блок! Да блок же ж! 33. Really? А, их уже 4 вокруг, нормально. По крайней мере, сцены добивания, они... Сцены добивания они не влазят. По крайней мере, их можно просто допилить вот так. Атаку перебить? Ну, видите, запросто. Ай! Просто тычок в лицо. Да, это чертовски сложно. Это какой-то крутой чувак, если че. Сзади еще двое. Он палку взял. Да лежи уже. Успокойся. Фух. Чуваки, я даже не знаю. Давайте тогда... Я просто не знаю, далеко я сейчас от конца уровня, недалеко, что тут происходит, там же, скорее всего, в конце босс будет или еще что-то. Давайте тогда на этом посмотряшку заканчивать. Мы увидели, как это все работает, как это все происходит. Пишите, что вы думаете. Я практически уверен, что если это придется проходить, то придется перепроходить сначала. Потому что вот эта система смертей и возраста, смотрите, у него уже и борода, он уже реально выглядит там на 30 с чем-то. Короче, вот так играть нельзя. Мне просто не хватит жизни, чтобы пройти тогда эту игру. Его жизнь, я имею в виду. Пока что все. Спасибо, что были с нами. Пишите, говорите, что, как, кому, как зашло. Кто в это уже играл, кто уже потратил на это свои нервы. Было бы интересно послушать. А пока что... Спасибо, всем удачи, добра, бобра, всем лучших, всем покеда.